жизнь во Франции — это просто какая-то манна небесная. Это, естественно, довольно спорный вопрос. За 10 евро ты можешь себе организовать просто супер классный оперо. Быстро и просто, и относительно недорого. Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Для тех, кто впервые у меня здесь на YouTube, меня зовут Аня. Я уже 10 лет живу во Франции, из которых 10 лет прожила в Париже, и вот буквально с марта этого года мы переехали в новый город, в город Байона, который находится на Атлантическом побережье Франции, на границе с Испанией. И здесь на YouTube я рассказываю про свою жизнь здесь, делюсь каким-то опытом, который был у меня в прошлом, просто делюсь какими-то буднями, поэтому если тебе интересно смотреть, то, пожалуйста, подписывайся на канал, чтобы ничего не пропускать. Так как я уже сказала, во Франции я прожила 10 лет, и я думаю, что это уже достаточное время, чтобы сложить какое-то мнение о стране и аккумулировать какой-то опыт. Поэтому в сегодняшнем видео я хотела бы рассказать про плюсы и про минусы жизни во Франции, с которыми столкнулась или которые для себя как-то выявила я. В YouTube уже имеется масса видео на эту тему, поэтому я бы хотела постараться не повторяться и какие-то общеизвестные вещи я постаралась сгруппировать в один пункт. Более того, я хотела бы сказать, что свой лист плюсов и минусов я формировала исключительно на основе своего собственного опыта, который, естественно, может отличаться от опыта какого-то другого человека, поэтому имейте в виду, что здесь это мое мнение чисто субъективное. Итак, плюс номер один — это качество жизни. Это как раз-таки то определение, под которым я решила сгруппировать все те общеизвестные плюсы, которые мы знаем о Франции, и именно это еда, это вода, это количество зеленых пространств в городах, это качественная и бесплатная медицина, это количество различных культурных мероприятий и выходов. Это все те моменты, о которых действительно сказано уже было очень много, но я их не могла упомянуть в своем видео, потому что я действительно считаю, что именно они делают жизнь во Франции такой особенной. Даже с небольшим бюджетом во Франции всегда можно очень вкусно покушать. Вода из кранов по всей Франции течет или течет питьевая, даже в Париже. В огромном количестве зеленых пространств и парков всегда можно провести очень качественное и круто время с минимальными затратами, поэтому это действительно очень круто, что во Франции у нас есть доступ ко всему этому. Так, плюс номер два — это транспортная система и возможность путешествовать по Франции, по Европе и даже по миру быстро, легко и относительно недорого. Транспортная система во Франции, она действительно очень хорошего уровня, особенно это ощущается в больших городах, в которых транспорт ходит супер регулярно. Отдельный вопрос — это то, как поддерживается в нем чистота или климатизация, но об этом поговорим в следующий раз. Тем не менее, даже в маленьких городах, в которых количество общественного транспорта все же меньше, тем не менее, качество очень высокое, транспорт ходит регулярно, и все делается по расписанию. Более того, Париж, несомненно, является одним из главных европейских транспортных узлов. Отсюда можно легко улететь в любую точку мира, в любую точку Европы. Здесь присутствует огромное количество лоукостов. По самой Франции очень удобно путешествовать на поездах. Железнодорожное сообщение, оно действительно на очень хорошем уровне, и зачастую билеты предлагаются по очень хорошим ценам. И если хочется путешествовать еще дешевле, то можно путешествовать на автобусах, которые ходят из Парижа или из других городов Франции практически по всем направлениям в Европе, и там путешествовать можно действительно супер дешево. Единственное то, что в этот момент вы жертвуете своим комфортом, но опять же, у кого какие приоритеты. Плюс номер три — это география и природа Франции. Франция, она нереально разнообразна по своей природе, особенно для своего размера. Лазурный берег Франции на Средиземноморском побережье, Атлантический океан, Ла-Манш, Альпы, Пиренеи, я не знаю, клифы Британии и Нормандии. Это все формирует какой-то невероятно богатый пейзаж, огромный выбор для того, где проводить выходные или каникулы. И, опять же, возвращаясь к предыдущему пункту, это все довольно быстро и просто и относительно недорого доступно на железнодорожном транспорте, на автобусах или на самолетах в пределах Франции. И зачастую занимает не так много времени, чтобы передвигаться между регионами. Более того, ввиду своего колониального прошлого, Франция имеет просто райские уголки на планете в Карибском бассейне и в Тихом океане, который тоже считается Францией. По сути, там действует все законодательство и правила Евросоюза, то есть там евро, там работает сим-карта французская. Поэтому Франция действительно нереально богата на природу и на разнообразные пейзажи. Плюс номер четыре — это высокие стандарты в косметике, в еде, в медицине, в обработке персонала.
персональных данных. Тут мне особо нечего говорить, кроме того, то, что европейские стандарты в целом и французские стандарты в частности являются одними из самых высоких в мире, на которые, в принципе, равняется весь остальной мир. Плюс номер 5 — это образование. Я, к сожалению, ничего не знаю про дошкольное или школьное образование во Франции, но университеты и другие высшие учебные заведения Франции регулярно попадают в рейтинги лучших учебных заведений мира. Плюс французское высшее образование, оно относительно недорогое. До недавнего времени иностранный студент платил такое же количество денег за год, сколько и платил французский студент. По-моему, это поменялось, теперь иностранные студенты платят чуть больше, может быть, и намного больше, но до недавнего времени это было около 500 евро, в которые входило, по сути, пользование библиотекой, в которые входило пользование столовой и прочее, прочее. Более того, то, что я хотела сказать про высшее образование во Франции, это то, что мне безумно импонирует, очень симпатичен метод самого вот этого образования. Во-первых, выбирая какую-то специальность, ты также можешь выбирать предметы, часть предметов, в котором ты будешь обучаться. Более того, ты не обязан быть отличником или даже хорошистом, или даже иметь там среднюю троечку по всем абсолютно предметам. Ты имеешь право где-то действительно не знать ничего, но в таком случае остальные предметы ты должен знать достаточно хорошо, чтобы оценка за эти хорошие предметы компенсировала твои плохие предметы. И мне очень сильно нравится этот подход, потому что я считаю, что это ненормально, когда ты должен одинаково быть хорош абсолютно во всех предметах, и то, что ты скорее можешь сконцентрироваться больше на том, в чем ты действительно силен и что действительно тебе больше интересно, чем пытаться успевать абсолютно по всем предметам. И вот эта система компенсации друг друга между предметами, мне кажется, это очень интересный способ не терять интерес к учебе и не выгорать. И один из моих самых любимых моментов — это то, что помимо предметов, здесь в университетах учат дискуссии, учат какой-то здоровой критике, учат синтезу какой-то информации, учат критическому мышлению, учат работе в команде. Мне кажется, что это нереально важные моменты для того, чтобы не просто формироваться как будущий профессионал, но и, в принципе, как гражданин своей страны. И еще один момент, то, что преподаватель в классе, он не абсолютный авторитет, а скорее как участник дискуссии или ее медиатор. Авторитет преподавателя, безусловно, существует, но он не в такой форме, что только его единственное слово или только то, как он думает, является единственным возможным решением. Плюс номер 6 — это сильная самоидентичность и многогранность французов. Меня очень восхищает то, как французы говорят о своих родных городах, о тех местах, в которых они выросли. Они говорят о них с большой любовью, с большой нежностью, страстью и готовы защищать, мне кажется, их просто до потери пульса. Мне очень нравится то, что во Франции есть множество различных субкультур, например, баски в стране басков, где я сейчас живу, или бретоны в регионе Британь. Это люди, у которых помимо французской культуры очень сильно выражается культура той местности, в которой они выросли, где присутствует даже свой собственный язык, и зачастую эти люди называют себя в первую очередь басками, а уже потом французами. И мне кажется, что это очень интересно и очень здорово, когда ты настолько горд за свою вот эту вот идентичность и настолько держишься за свои корни, уважаешь и бережешь память о них. Более того, меня очень восхищает французская многогранность. Под многогранностью я понимаю то, что твоя профессия, она на 100% не определяет, что ты за человек. На самом деле эта мысль пришла мне относительно недавно, поэтому она еще не прям супер сформирована в моей голове. Но что я хотела этим сказать, то что, например, по сравнению с Россией, мне кажется, что у нас как-то не развито активно заниматься какими-то хобби и иметь увлечения. И по сути, если, скажем, ты банкир, то ты как бы до мозга костей банкир и, например, семьянин. Вот. А здесь, мне кажется, профессия является только частью твоей идентичности, в то время как у тебя еще может быть несколько разных других вещей, через которые ты себя выражаешь. К чему я веду? Я веду к тому, то, что, скажем, большой босс или менеджер какой-нибудь компании, он легко может быть еще каким-нибудь скалолазом или там лепить из глины какие-нибудь горшочки в свое личное время. Или, скажем, я не знаю, продавец в каком-нибудь суперлюксовом бутике одновременно может с этим сочетать какой-то лайфстайл путешественника и уходить на месяцы в какие-нибудь суперпоходы и жить супер минималистично. То есть мне очень нравится то, что люди не ставят себя в рамки
своего дела, своей профессии, не ставят себя в рамки того, чему они посвящают большую часть времени в своей жизни, а как бы постоянно пытаются добавлять какие-то грани к своей персоналити. Я не знаю, если это получилось понятно, я это все объяснила, но вот, я думаю, как-то так. Плюс номер 7 – ярко выраженная социополитическая позиция и эмансипированность общества. Во Франции политика является одним из любимых топиков для разговора. Здесь каждый, мне кажется, хотя бы чуть-чуть разбирается в том, что происходит сейчас на политической или на социальной арене. Все интересуются, ну, не все, но многие интересуются новостями. А здесь к политикам и к чиновникам относятся действительно как к слугам народа, не боятся поднимать голос против них, не боятся задавать им неудобные вопросы. И они забывают то, что было обещано во время предвыборных кампаний, и зачастую прямо не слезают с них по вот этим вот различным моментам. Также мне очень близка по духу и очень восхищает эмансипированность общества французского. И здесь, в частности, я хочу сказать именно про равенство мужчины и женщины. Мне действительно очень близка вот эта культура счетов пополам, причем я сейчас говорю не только про счета в ресторанах, но я говорю про разделение каких-то бытовых счетов и обязанностей. Это уважение личного пространства и личного времени каждого. То, что у каждого могут быть, я сейчас говорю про пару, у каждого могут быть какие-то свои интересы и желание проводить время порознь друг от друга. Это умение договариваться, это умение организовывать свой быт так, чтобы оба адекватно и одинаково участвовали в жизни семьи, но имели какую-то жизнь или интересы вне этой семьи. И вообще здесь считается, что вот эта вот театральная мужская галантность, которая, мне кажется, в России и вот в наших странах СНГ считается каким-то этикетом, что ли, так вот здесь вот эта вот театральная галантность, она уже считается пережитком прошлого века, и я действительно очень разделяю вот эти ценности и вот эту логику вещей. Вот здесь, на самом деле, этот момент очень для меня интересный как для изучения, так и, в принципе, для рефлексии, поэтому, если тебе тоже интересна эта тема, ты, пожалуйста, оставь мне комментарий или какой-то вопрос под этим видео, чтобы, возможно, я раздула эту тему для полноценного отдельного видео. Следующий плюс, плюс номер 8, это помощь государству. Это, естественно, довольно спорный вопрос, потому что про пособие и про различные выплаты от государства ведется очень много споров, но сама идея как таковая, мне кажется, очень гуманной и очень позитивной. Государство действительно очень много помогает студентам, причем студентам даже иностранным. Государство помогает только что выпустившимся новым профессионалам. Государство помогает малоимущим семьям. Более того, есть огромное количество скидок и специальных тарифов на музеи, на транспорт. Огромное количество различных авантажей, тут это называется, то есть как, ну опять же, скидок для молодых людей до 26 или до 28 лет. Здесь нужно понимать то, что Франция — это социальная страна, и вот эта помощь друг другу — это часть той материи, с которой соткана республика. И я действительно считаю то, что когда ты знаешь, что ты не останешься один на один с какой-то бедой, которая может прийти к кому угодно, это очень помогает жить. Плюс номер 9, то, о чем я практически забыла, но то, что является действительно очень важным фактором лично для меня, это эстетика во всем. Эстетика и красота во Франции присутствуют практически повсеместно, практически в любом городе, практически в любой деревне, и выражается она от чего-то огромного в плане архитектуры и плана городов, как это все сделано с умом, как это все сделано с чувством красивого, до, я не знаю, десерта в твоей тарелке. Действительно, Франция, она отличается от других стран вот этой нереальной красотой. Я по-прежнему считаю, что Париж — это самый красивый город на Земле. Там как-то так все сделано, как падает свет, как дома стоят под каким углом друг к другу, что ты увидишь, когда ты завернешь сейчас за угол. Мне кажется, это все сделано с такой любовью, с таким нереальным ощущением красоты и уважением вот к этой вот эстетике, что делает Париж каким-то просто абсолютно неповторимым городом. Ну и закончим последним 10-м пунктом, который хоть и последний, но далеко не самый маловажный. Это дешевый качественный винчик. Бордо, Бургонь, эльзасские вина. Круглый год даже самые маленькие супермаркеты просто ломятся от выбора
винчика, который на них присутствует. И что самое крутое, что во Франции за 10 евро ты можешь себе организовать просто супер классный аперо. Это бутылка вина, сыр и багет, и вот твой вечер уже не такой грустный, как тебе могло показаться сначала. Вот это, пожалуй, все плюсы, которые мне удалось в своей голове как-то сформулировать к этому видео. Но чтобы тебе не казалось, что жизнь во Франции — это просто какая-то манна небесная, я хотела бы также проговорить минусы, но об этом уже в следующем видео, которое выйдет на следующей неделе. Поэтому обязательно подписывайся на канал, если тебе интересно послушать про минусы жизни во Франции. Также, если это видео показалось тебе интересным или в чем-то полезным, пожалуйста, не забудь поставить этому видео лайк или поделиться с кем-то из своих близких, потому что это поможет распространению этого видео, и больше людей, которых интересует этот сюжет, увидит его. Спасибо тебе большое, что продолжаешь возвращаться на мой канал. Спасибо большое, что досмотрела это видео до конца. И обязательно увидимся на следующей неделе. Пока-пока!